В редакцию телекомпании «Город» пришло письмо от сотрудников автоколонны 1310. К вам обращается коллектив водителей, автобусов и кондукторов Рязанской автоколонны 1310. В нашем предприятии появилась информация, что нас скоро переведут работать в троллейбусный парк на улице Зубковой, а наше предприятие закроют. Новые автобусы тоже хотят передать в троллейбус, а старые оставят у нас. Более того, вместе с автобусами хотят передать и наши маршруты, что незаконно. За комментариями наша съемочная группа обратилась в администрацию города. Вопрос объединения МУП УРТ и автоколонн 1310 обсуждается. В настоящее время в отношении автоколонны введена процедура наблюдения, которая не предусматривает увольнение работников. Производственно-техническая база и также автопарк предприятия планируется сохранить. В администрации города нас заверили, что вопрос решается. Работникам автоколонны будут сохранены все социальные гарантии. Напомним, что в декабре 2018 года на предприятии ввели процедуру наблюдения. Транспортная система в Рязани проходит изменения. Маршрутная карта широко обсуждается с общественностью и депутатским корпусом. В целях учета мнения населения при принятии решения по концепции, жители города могут направить свои замечания и предложения по вопросу изменения маршрутной сети городского транспорта до 1 августа 2019 года на адрес электронной почты ut03@admurzn.ru, а также позвонить в управление транспорта администрации города по телефону 29 78 07. Валерий Седов, Данил Пилипенко, телекомпания «Город».